Будуємо новий дом, ще єдин новий дом, нашим шишим лепшим днем Варшаво. Каждом праце з нами минуш, каждом праце з нами є, мото є наш спільний цель Варшаво. Пивниці аж по дах, нех радощі рощі гмах, нашим з вами твоїм селом Варшаво. Нех ще мурик, новно бурик, єди двоня гентнесом, будуємо бетоновий новий дом. Już dość narzeka nigdy rań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakaż rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy. Jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom Warszawą. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawą. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym z nami twoim celom Warszawą. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzeka nigdy rań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk, więc chodź i zakaż... Ja nie predupredila, Julika, że my przyjdziemy. Здесь еще удобнее. Нас не видят, а мы видим всех. Тебе здесь нравится? Этот Юлик симпатяга. Сколько ему? 45? Приблизительно. Мне нравится, что здесь все по-семейному, что он присаживается за столики, болтает со всеми, как со старыми приятелями. Так оно и есть. Но почему он все время курит? Певцу вроде бы не рекомендуется. Потому что Юлику Штадлеру можно все. Кто этот усатый старик, который все пишет? Он журналист, сидит и сочиняет здесь свои статьи. Мне кажется, здесь все знают друг друга. Нас встретил пан Гаврик. Мы отправили вещи, а сами решили пройтись, посмотреть Варшаву. Пан Гаврик здоровался с каждым встречным. Я не знаю пана Гаврика. Зато он знает тебя. О, пани Мадлевска. Пани Мадлевска. Какой он милый, пан Гаврик. Очень милый, очень вежливый и очень веселый. Как много достоинств для одного Гаврика. Да. И очень неожиданный ко всему. По пути мы зашли в костел послушать хор мальчиков. Он немедленно преклонил колено. В конце концов, веселые верующие не хуже молитвенно настроенных атеистов. Он показался слишком остроумным для такого благочестия. Витек, моя родина так сочетает иронию и религиозность, что не сразу и поймешь. Ирония прикрывает религиозность или религиозность прикрывает иронию. У поляков большая душа, Витек. Там всему найдется место. У поляков еще и отличная память. Так. На каждом шагу я вижу доски. Здесь пролилась польская кровь. Так, так. Мы многому научились, Витек, но мы ничего не забыли. Выпьем, Витек. За что? За хорошую память.
Ты теперь носишь галстуки? Да. Да? Ты меня приучила. Может быть, в этом и была моя историческая роль в твоей жизни. Очень строгий галстук. Даже слишком строгий. Впрочем, это стиль советских людей за рубежом. Я очень долго носил твой галстук. А я твои башмачки. Но в отличие от Гертруды, я свои износила. Виток, я задам тебе глупый вопрос. Очень глупый, очень. Это мело... Что? Я задам тебе глупый вопрос. Очень глупый. Это мелодраматический вопрос. Ты женат? Да. Она тоже сочиняет вина? Нет. Она хорошая женщина. Ты говоришь это мне или себе? Тебя я не спрашиваю. Замужем ли ты? Я слышала его голос по телефону. Да. Очень приятный баритон, я бы сказала, виолончельный. Он хороший человек? Он? Он музыкальный критик. Исчерпывающий ответ. Хочешь узнать его ближе? Я здесь Мария, Юлик на меня смотрит. Все, я пропала. Я погибла. Ну, делать нечего. Придется петь. Посвящается. Посвящается тебе. Как непрочны двери у страны доверия. Для того, кто верит только в замки, значит, неизбежно гасит нашу нежность, тяжесть чьей-то руки, что нас больше учит, время или случай. Вряд ли важно, даже если поймешь, но когда нас давит сон страшнее яви, выйди ночью под мерцающий дождь. Выйди ночью под мерцающий дождь. Не следует пить, но так и быть. Кутить так кутить, я угощаю. С какой стати? Виток, только без глупости. Я дома. Ты мой гость. И откуда у тебя злоты? У меня они есть. У меня они ну, есть. Чудесно.
Чудесно, Витек. Купи на них что-нибудь своей жене. Мне так ни разу и не пришлось пригласить тебя. Витек. Я пью за то, что ты мало изменился. Ты защитил диссертацию, но ты прежний. Ты очень на себя похож. Я тебе за это очень, очень благодарна. Почему ты ни разу не приехала на гастроли? А я боялась. Я боялась встретить тебя. Я же всегда чего-то боялась. Когда я бываю в Москве, я вхожу в консерваторию. Однажды слушал Веру с ее арфой. Вера дает концерты в большом зале. Да. А этого следовало было ожидать. Она всегда была серьезная девушка. А про Асю? Про Асю ты ничего не слышал? Нет, ничего. Это естественно, она слишком любила молодого человека. Но вот вопрос. Кто из них счастливее? Вера? Или Ася? Сперва надо выяснить, что такое счастье. Счастье — это то, что не выясняет Витек. Его чувствуют кожей, понимаешь? Есть такая грустная песенка «Comme le monde est petit», как мал этот мир. Вот мы и встретились с тобой, Витек. Послезавтра мы уезжаем. Куда? Смотреть ваш виноградник. Я забыла, зачем ты приехал, Витек. Витек, мне секунду хочется тебя посмешить. Ты будешь смеяться до упаду. Сейчас. Витек, я все еще тебя люблю. Тебе это сейчас. Тебе это сейчас показалось. Не показалось. Я с этим живу. Очень смешно, я знаю. Но это так. Ты не волнуйся, все в порядке. Главное, я осталась жива тогда. А это было не так уж просто. Да. Это было совсем непросто. А когда я приезжаю в Краков, я всегда иду в Бавель. Иду и пишу записку королеве Едвиге. Дорогая Едвига, верни мне его. Не дурно? Не дурно? Признайся, что я тебя развлекла. На королев такая же плохая надежда, как и на королей. Ты прав. Ты прав. Теперь от них мало толку. Я читала дневник вашего последнего царя, как это утро провел отвратительно, оказался запертым в уборной. Матерь Божья. Революция была неизбежной. Гелия, я хотел молчать. Это ты виноват. Гелия, я помню все. Витек, мне 100 раз казалось. Мне казалось, что ты идешь навстречу.
Я помню твои интонации, твои жесты. 100 раз я ловила себя на одном и том же. Ко мне обращаются, а я не слышу. Я не слышу, я разговариваю с тобой. Я выхожу на сцену и вижу тебя в зале. Я готова спорить на собственную голову. Это ты. Это ты в 4-м ряду, 6-й слева. Я схожу с ума от галлюцинаций, но скорее бы я умерла, чем захотела бы вылечиться, Витек. Теперь отвечай мне. Можно так жить? Я покажу, что я скажу. Что? Что? Пора. Пора? Поздно. Надо идти.